В «Локомотив» могут перейти два нападающих московского «Динамо», сообщает «Ярспорт». Это опытные Денис Масалев и Сергей Соин. Первый в регулярке минувшего сезона заработал хороший показатель полезности – плюс 14. Второй в серии плей-офф в 11 матчах забил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи. Оба форварда выступают за бело-голубых не один год и являются двукратными обладателями Кубка Гагарина в составе столичного клуба. Я напомню, именно московские «Динамовцы» в этом сезоне вывели железнодорожников из-за розыгрыша Кубка Гагарина.